Минасан, конничива! Это канал Тэтико ТВ. В прошлом уроке, мы с вами рассматривали очень простую грамматику уровня N5. В этот раз рассмотрим тоже не очень сложную статью, новость, тоже где-то на уровень N5, N4 рассчитана, уже посложнее, да, чем та грамматика, которая была в прошлый раз. Но все-таки статья упрощенная для изучающих японский язык. В конце посмотрим оригинал, там намного сложнее уровень. Ясаси Нихонго, а нет, вот вверху Кюсю Ньюсу, новости Кюсю, дальше Ясаси Нихонго, простой японский язык, и название статьи. Котоси но огата ренкю мо вирусу га симпай. Котоси но огата ренкю мо вирусу га симпай. Котоси — это этот год, огата ренкю — это ряд праздников с конца апреля до начала мая, золотая неделя, так называемая в Японии, да? И о чем здесь говорят? Вирусу — это вирус, симпай — беспокойство, волнение. То есть и в этом году тоже вот на вот этой золотой неделе беспокоятся о вирусе, о распространении, да, и так далее. Статья от 26 апреля этого года. Здесь вот у нас картинка, точнее фотография вот эта, да, что это у нас? Вирусу ницуйте но кумамото кен но кайги. Вирусу ницуйте но — о вирусе, кумамото кен но кайги. Кайги — заседание в префектуре Кумамото. И здесь написано, что повышают уровень до наивысшего 5-го. Уровень риска, да, вот риску реберу. Смотрим и начинаем читать статью. Она небольшая, вот, да, вот этот кусочек и вот этот вот. Это и все. Но мы с вами подробно разберем. Итак, Ниппон дева мосугу огата ренкю га хаджимаримас. Ниппон дева мосугу огата ренкю га хаджимаримас. В Японии, Ниппон дева мосугу — скоро, огата ренкю га — вот эти вот праздники, ряд праздников, хаджимаримас — начинается. Хаджимаримас. Хотя уже там 26-е, да, было апреля, уже началась золотая неделя. Дальше. Шигацу но овари то гогацу но хаджиме ни цудзуку ясуми но кото де голден уику то иваремас. 4月の終わりと5月の初めに続く休みのことでゴールデンウィークと言われます。Тут вот рассказывают, что такое огата ренкю, опущено у нас, да, подлежащее. Что же это? Это ясуми но кото. Кото — это то, что. Ну, то есть через кото объяснили, да, вот это вот опущено, подлежащее здесь. Ясуми, а де здесь, кстати, это связка. Дес. Да, в срединной форме. Итак, это выходные, которые продолжаются, цудзуку — продолжаться, помните, да, цудзукеру — продолжать. Выходные, которые продолжаются, и отсюда начнем. Шигацу но овари то — в конце апреля, и гогацу но хаджимени — и в начале мая. Голден вику то иваремас. И называются, здесь, кстати, страдательный залог у нас, да, иваремас, от глагола иимас, ию, иваремас. И называют их, называются вот эти вот огата ренкю, голден вику, золотая неделя, голден вику. Дальше. Огата ренкю но токи ва рёкоу ни декакеру хито я оя но ие ни каэру хито га таксан имас. Огата ренкю но токи ва рёкоу ни декакеру хито я оя но ие ни каэру хито га таксан имас. Во время токи, во время вот этих праздников огата ренкю, во время золотой недели, из конца имас — есть много, таксан имас — есть много кого. Через я соединили хито, я хито, то есть каких-то и каких-то людей. Есть много людей, да? И вот это определение к слову вот этому хито, людей, с конца идем, которые возвращаются в дома родителей, да, потому что оя — это родитель, родители. То есть есть много людей, которые возвращаются в родительские дома, и я тут, да, и людей, и опять-таки определение к этому хито,
людей, которые декакеру отправляются в путешествие, рёкони декакеру. Дальше. Демо имава шингата коронавирусу COVID-19га хаяку хирогатте имас. Демо имава шингата коронавирусу COVID-19га хаяку хирогатте имас. Демо, но имава сейчас шингата. Шингата это новый тип. Новый тип коронавируса, да, шингата коронавирусу или COVID-19. Га, значит, вот этот новый тип коронавируса, хаяку, быстро. В прошлый раз у нас тоже было это слово, я говорила, что этот именно иероглиф для того, чтобы сказать быстро, а не рано, например, да. Быстро, хирогаттеймас, распространяется. Хирогару – это распространяться, расширяться. И длительный вид, да, распространяется. Хирогаттеймас. Дальше. Сейхуа, Токио то, Осака ху то, Кёто ху то, Хёго кен ни, Кинкю джитай сенген о даште, Нарубеку ие ни ите кудасай. とお願いしています。政府は東京都と大阪府と京都府と兵庫県に緊急事態宣言を出して、なるべく家にいてください。とお願いしています。 Начнем отсюда, вот сначала, значит, правительство, сейфу, да, это правительство. Даште. Даште здесь означает объявила. Ну, здесь уместно будет так перевести, как бы объявила. Правительство объявило, и вот это вот слово, да, кинкю джитай сенген. Кинкю это какой-то чрезвычайный, джитай ситуация, сенген тоже опять-таки объявить. И получается, что просто объявили чрезвычайную ситуацию, где ни падеж, да, Токио то. То здесь как префектура столичная. Тут не кен будет с Токио, а то. Вот этот вот иероглиф и как то читается, да? Токио то. Дальше с Осака и с Кёто будет ху. Вот это вот ху, да? Вместо кен. А здесь уже хёго кен, обычная, привычная нам кен, префектура хёго. Итак, в Осаке, в Кёто, в Хёго и в Токио объявили чрезвычайную ситуацию правительства, да? И еще то онегай штеймас. И еще просит правительство нарубеку иени ите кудасай. Нарубеку означает по возможности, насколько это возможно. Ени дома и те кудасай. Будьте, пожалуйста. То есть, насколько это возможно, будьте дома, оставайтесь дома. Дальше. Осаке о дасу мисе ни ва ясунде моратте имас. Осаке о дасу мисе ни ва ясунде моратте имас. Осаке о дасу мисе. Мисе магазин, ресторан, может быть, кафе, да, то есть заведение, скажем так, которые дасу опять-таки здесь, да, ну, дасу здесь можно как предлагать перевести в этом контексте. Значит, заведения, которые предлагают осаке, алкоголь, ясунде моратте имас. Помните вот эти вот глаголы направленности действия? Да? Был уже урок по ним. Теморау, теагеру, текуреру. Так вот, теморау, мы от кого-то получаем действие. И тот, кто выполняет это действие, будет с падежом ни. Вот здесь у нас падеж ни – это заведение. То есть от заведений, дословно, да, которые предлагают алкоголь, мы получаем ясунде. Ну, получаем отдых, ну, дословно, да? То есть они будут отдыхать, они не будут работать, эти заведения. Ясунде моратте имас. Дальше, еще одна часть, тут четыре предложения, небольшая. Кюсю демо вирусу ва тотемо хаяку хирогатте имас. Кюсю демо вирусу ва тотемо хаяку хирогатте имас. И на кюсю тоже вирус. Тотемо хаяку очень быстро распространяется. Уже было подобное предложение с этой лексикой, да? Дальше. Кумамото кен но чиди ва оогата ренкю ни ва нарубеку хока но кен ни иканай де кудасай то онегай шимашита. Кумамото
県の知事は大型連休にはなるべく他の県に行かないでくださいとお願いしました。知事、это губернатор, губернатор префектуры Кумамото. То онегай шимашита. Вот в конец идем, потому что это цитата. Он попросил на вот этом, вот этой золотой неделе Оогата Ренкю, на вот этом продолжительных этих праздниках, опять-таки на Рубеку, по возможности, насколько это возможно, Хокано в другие кен префектуры, Хокано кен ни и Канайде Кудасай. Не ходите, пожалуйста. Ну, тут понятно, не ездите, пожалуйста, потому что пешком не дойдешь. Не ездите, пожалуйста, по возможности на праздниках в другие префектуры. Попросил. И еще. Нагасаки кенно чизива. Нагасаки сино табемоно дас мисе надо ни. Йори но хачизи маде ни мисе о симете морао кото ни шимашта. Нагасаки кенно чизива. Нагасаки си но табемоно о дасу мисе надо ни йори но хачизи маде ни мисе о симете морао кото ни шимашта. Губернатор, опять чиджи, да, префектуры Нагасаки, Котони Шимашта, Котони Шимашта решил. Что он решил? Значит, опять-таки морау здесь, да, опять, ну, дословно получить, давайте дословно переведем, буквально. Значит, он решил получить, а что получить? Шимете, действие какое-то, да, получить закрытие чего? Магазинов, заведений, получить закрытие заведений до 8 часов вечера, получается, да, до 8 часов вечера, чтобы закрыли заведение. От кого мы это получаем действие, то есть закрытие, кто должен закрывать с падежом НИ, потому что мурао у нас, да, от заведений, ну, тут надо, да, и других там имеется в виду, от не только от этих заведений, которые подают еду, предлагают еду, потому что дасу опять-таки предлагать, табемону еда, и Нагасаки си это город. То есть он решил получить закрытие заведений до 8 часов вечера тех заведений, которые предлагают еду в городе Нагасаки. Ну, дословно. То есть, получается, смысл в чем? Решил закрыть до 8 часов, закрывать, чтобы закрывались до 8 часов заведения, которые предлагают еду. И последнее предложение в этой статье. Нагасаки ищёва оогата ренкю но айдава хокану хито то чикадзуку кайсу о херасите хошии десу то ханашимашита. Нагасаки сичон ва оогата ренкю но айда ва хока но хито то чикадзуку кайсу о херасите хошии десу то ханашимашита. Так, здесь у нас уже не чиджи губернатор, а сичо, мэр. Мэр города Нагасаки то ханашимашита сказал. Что же он сказал? Это все его цитата в таких скобочках, да? Оогата ренкю но айда ва среди этих праздников, то есть во время этих праздников, вот этих продолжительных, значит, что он хочет? Херашите хоши. Хоши, помните, да? Вот когда мы добавляем там курумага хоши, оканега хоши с существительным, это просто мы что-то желаем, какой-то предмет, что-то, ну, или канодзюга хоши, например, хочу девушку себе, например, да? Или карега хоши, каресига хоши. Значит, а тут техоши с глаголом. Это значит, что мы хотим, чтобы для нас кто-то сделал какое-то действие. То есть мы хотим, чтобы кто-то что-то сделал. Ну, как для нас? Для нас это так, условно. Просто, чтобы кто-то, мы хотим, чтобы кто-то сделал какое-то действие. В данном случае глагол херасу, херас техоши, означает уменьшить, сократить. То есть он сказал, что он хочет, чтобы сократили. Кайсу, помните кай и кай, не кай, да, это количество раз, это раз, а кайсу это количество раз, то есть частота, число раз. Он хочет, чтобы сократили число раз, каких раз, вот это вот определение, когда приближаемся, ну как бы сближаемся, приближаемся к другим людям. Ну, то есть, вы поняли, да, чтобы как можно меньше, как можно больше ограничить общение с другими людьми.
Ну, понятно, по какой причине. Вот такая вот была сегодня статья. Надеюсь, что-то новенькое, может быть, вы узнали для себя. Если что-то непонятно, пожалуйста, пишите, спрашивайте в комментариях, обязательно отвечу. А мы давайте с вами посмотрим, вот Мото но Киджи, какая же была статья изначально. Надеюсь, что она сейчас быстро загрузится. Вот. А вот, кстати, как сокращается, да, наверняка вы видели уже Golden Week, золотая неделя. Вот. И, а нет, не посмотрим, почему-то тут доступ требуют. Ну, в любом случае, вот видим, да, тут уже и лексика другая, и иероглифы другие уже, более сложные, и грамматика. Ну, грамматика не очень, но вот лексика, иероглифы посложнее уже. Вот, поэтому, кому интересно, можете, пожалуйста, зайти посмотреть. Ссылку на эту статью я оставлю в описании к этому ролику. Вот, а вам большое спасибо, поздравляю вас с наступающими праздниками. Сегодня с праздником весны и мира, и труда, мир, труд, май, поздравляю всех. Вот, спасибо вам огромное, и тогда, надеюсь, до очень скорой следующей встречи. Дзяне!